Представители днепропетровских СМИ начали посещать курсы английского языка. В течение 3 месяцев газетчики и телевизионщики города будут учиться по современной британской системе. Всего на курсы записались чуть более 60 человек. Они прошли тесты, по результатам которых были разделены на 6 групп. Каждая соответствует уровню владения английским. Курсы будут длиться 3 месяца. Программа рассчитана на 72 часа, это 24 занятия. Обучение проходит по учебникам британского издательства. В положении к каждому из них сидит диск. Его студенты будут слушать на уроках и дома, чтобы привыкнуть к аутентичному английскому языку. Обязательным условием станут домашние задания. После курсов финальное тестирование, оно покажет достижения на ниве обучения. По результатам тестов определят лучшего студента. Журналист, который наберет наибольшее количество баллов, получит билет на 2 в Лондон.